Добрый день, уважаемые садоводы! С вами Галина Латинкова, 11 июня 2023 года. И хочу показать вам куст гибрида лорда, который уже у многих на слуху и растет в огороде. С 2002-2004 года мы собирали эту ягоду, выращивая ее ковровым способом. По результатам сбора ягоды в год сотка дает 250 килограмм. Вот посмотрите, я вам показываю один единичный куст. У нас была очень ранняя весна, на полтора месяца раньше обычного, аномальная жара. И вот только буквально на этой недельке пошли первые дождички. Но ягода уже висит, то есть для Урала это вообще нетипично. У нас ягода появляется обычно в конце июня, земляника. Вот это один куст. И посмотрите, какой огромный урожай. Ягода нальется, будет очень крупная ягода. Ну сколько соцветий, сколько ягод висит на одном кусту. Вот это все с одного куста. Я вам показываю по кругу. Вот посмотрите, съем. Когда она выращивается ковром, можете поставить ведро ягоды и, не отходя с одного места, собрать полное ведро. Уникальная ягода. Советую всем иметь для еды, для заготовок. Вот великолепная вкусная ягодка. Сейчас вот она набирает еще силу, она еще не плодоносит. Но эта ягода у нас маточная, поэтому вы видите, что не сплошным ковром, а вообще выращивается она, конечно, газоном. Здесь немножко выкопаны кустики, поэтому сейчас есть прогалинки. Ну, она себя компенсирует, и за лето вновь вырастут молодые усики. Вот уже начинают бросать усики молодые. Пошли побеги. Вот, вот они, кустики. Каждый куст вот с такой, с таким обильным плодоношением. Так что дай бог, чтобы вы имели в саду такую ягоду. Тогда не надо будет пересаживать. 10-20 лет она спокойно может расти на одном месте, особо не касаясь, только прореживая ее, вырезая травку, выкапывая и удобряя только золу под осень. Больше никаких средств не надо. Ну, единственное, от грибных заболеваний на ранние весенние сроки и в осенние сроки для отсутствия вот этих вот заболеваний. Вот я вам еще раз показываю. Вот посажены молоденькие кустики, которые так хорошо укоренились. Двухлеточки. Вот они уже плодоносят и начинают бросать молодые усики. Вот. Так что не пожалеете, если в вашем саду будет расти такая земляничка. Вот. Всего вам доброго, хороших урожаев, хорошего настроения, ну и, конечно, здоровья. Обнимаю вас, Галина Латинкова. С уважением.